Привет. 46-я серия Ваниного летсплея в синглплеере. Летсплей в синглплеере. Пятый сезон обязательно. Чего у нас нового интересного? С тех пор, как я запустил MobGrinder, прошло довольно много времени, я потерял записанную серию, ну, я просто ее записал, потом посмотрел, получилась фигня, решил вам ее просто не показывать. Реально фигня получилась. У меня тут чантится броня. Так, это волшебные штанишки, которым осталось 125 тысяч. Это волшебные ботиночки, которым, если мы их будем чантить, тоже 125 тысяч. Я хочу зачантить где-нибудь тысяч до 200. Все вот это безобразие, которое у меня тут чантится, 160 тысяч. Не кислые такие энчанты. И вот эта супер-пупер-убер-мега-броня. 160 тысяч, нормально. У меня большая беда. Хоть я и поставил сюда еще парочку вот этих штуковин. Ну, у меня завершились очередные карьеры на воде, в которую я сплавал и добыл еще немножечко вот этих кустиков. Проблема в том, что все-таки кончается эссенция Берия. Их было 15 тысяч, сейчас 6 тысяч. Ну, пусть работает. Все намного интереснее, чем вы просто так думаете. Я закончил MobGrinder, и он функционирует. Я начал перетаскивать сюда вручную. Это эссенции, которые базовые, всякие AR, Perdita, Terra. Это эссенции, которые не очень базовые. Но, к сожалению, в этот филинг-кабинет эти эссенции уже не пихаются. У меня кончилось место под эссенции. Это я виспов набил. И надо что-то с этим делать. Я подумал и выключил просто моб-грайндер, который на спаунерах. И сейчас у меня бомбическая эссенция, которая вырабатывается из обыкновенного моб-грайндера, копится вот в этих вот бутылках. И хорошо, надо сказать, копится. Я ее потом отнесу в энчантерскую и заэнчантю там. Я перестал спавнить эндерменов, потому что эндермены отсюда разбегаются, сволочи. Что у нас с мечишками? Мечишки. Мне писали в комментах на ютубе, что мечишки не чинятся. И кажется, это правда. Надо что-то с этим придумать. Действительно, что черепах притащить сюда? Но не знаю, разберемся. Я соединил вывод этих моб-грайндеров. Ну, во-первых, экспический вывод вот здесь вот. А во-вторых, я отсюда убрал все сундуки и провел, как вы видите, трубы куда-то туда наверх. Я думал сделать наверху. Ну, сейчас я покажу, что я хотел сделать наверху. Станцию по переработке моб-дропа. Но пока решил, что пока не надо. Пока я устал от этого моб-грайндера, и мы просто развлечемся. Все работает, криперы тут взрываются, но и вот эта земля, и вот этот камень черный довольно взрывоустойчивый, так что взорвать они тут особо ничего не могут. Идемте, покажу, что я наконстролябил наверху. Тут адская констролябия. Это алтари из Арсмагики. Черт. Да. Стоп. Да. Магитех став у меня теперь с собой. Я отказался от вот этой вот фиговины. Вот этого рюкзака. Этот рюкзак при крэше Майнкрафта теряет предметы. И я потерял, собственно, вот эти магитех-став. И хорошо, что порталганы со мной остались. Что-то у нас по энергии. Энергии у нас чуть-чуть. Чуть-чуть совсем энергии. Все отправляется сюда. А тут у нас происходит починка. Я чиню предметы, которые вот у меня здесь валяются в больших количествах. Еще у меня есть где-то файлинг-кабинет с мечами. Я решил не спаунить эндерменов. Ну, кстати, вот эти мечи можно взять с собой будет. Потому что мы сейчас пойдем с ними что-нибудь делать. Что у нас тут? У нас более-менее нормально. Но вот проблема в том, что вот эти шапочки пока плавить рано. Сделанные из чейна. Дело в том, что их можно плавить в тинкерес конструкторских печках. Но они будут превращаться в сталь. А сталь я пока сливать не хочу. Что у нас тут? Тут у нас хорошо. Тут у нас хорошо. И тут у нас готовая вот эта штука. То есть мы сейчас возьмем остатки мечей. Почему-то пигмены, которых я спавню вместо эндерменов, иногда оставляют нормальные человеческие мечи. Кстати, наверное, их можно сюда кинуть. Да. Половину моб-дропа, ну, столько, сколько я набрал, я закинул в свою основную систему. Может быть, я был неправ. Так, стоп. А вот эти вот мечишки, к сожалению, не поплавятся. Тинкерис Констракт хочет, чтобы предметы были целыми.
Так что эти мечи пока лежат здесь и ждут своей некузявой доли. Сердечки. Да, кстати, видите, желтые сердечки, 10 штучек. Я доволен. Это максимум того, что можно сделать из того, что у меня есть. Какие-то вот эти вот эссенции начали приходить, я не знаю, что с ними делать. Судя по всему, вот эта вот часть, этот магический биом, у меня там внутри спавнятся пеки. Или же эта земля их спавнит, вне зависимости от того, как, который это биом. Ну, вообще здесь сделано все очень просто. Этот сундук ближе, чем все остальные сундуки. И в этом сундуке у меня сказано, что все вещи, которые можно починить и переплавить, отправляются сюда, и обязательно невзирая на НБТ. Чтобы вне зависимости от того, какой энчант, вещь все равно сюда ехала. И вот, кажется, мне сейчас починят вот эту штуковину. То, что у меня здесь мало маны, в этих вот нексусы они называются, говорит о следующем. Нужно немедленно, просто вот прямо сейчас, сделать одну важную вещь. Нужно взять эти зеленые фокусы, которые на скорость, и заменить их на фокусы, которые на ману. Вот эти. Нам, пожалуйста, 3 штучки. Судя по всему, здесь происходит следующая штука. Чинилки начинают быстро чинить, выедают всю ману и стоят из-за того, что нету маны. А вот если мы поставим вот так вот, вот так. Я думаю, что они будут чинить более равномерно, то есть они будут тратить меньше маны, но все равно им не будет хватать маны. Поэтому они будут работать быстрее и эффективнее, чем нежели бы они вот так быстро сожрали всю ману и остановились. Так, ну вроде бы все. О, чистые штаны. Ух ты, какой жуткий звук. Идемте оптимизировать мою плавилку. Плавилку я хотел установить здесь, но пока устанавливать не буду. Ух ты. Скоро у меня будет еще одна бочка топлива. Зачем мне все это нужно? Но, с другой стороны, если у меня тут все равно копится энергия, карьерам тоже хватает. Так, это полное здесь забавно. Надо посмотреть, сколько у меня всего в бочках с криозотом. Но не сейчас. Сейчас мы несем наше богачество. А не рано ли мы его принесли? У меня есть с собой сундуки? Нет, у меня с собой сундуков нету. А нужно мне их 2 штуки. Выпустите меня, пожалуйста, из этого облака. Я тут специально поставил облако, чтобы у меня не было проблем. Кстати, насчет пчел. Не затратив ничего, я внезапно получил индастриус дронов. Так, нужны сундуки. Вот, так что если я в какой-то момент займусь пчелами, у меня прямо вот... Прямо зашибись. У меня есть... Индастриусы, а также у меня есть маджестики и нобли, которых тоже можно скрестить и получить, собственно, этих, как королевские, не помню, как они называются, неважно. Мы сейчас идем к моей печечке. Во-первых, сколько у нас лавы. Сколько у нас лавы, посмотреть очень сложно, потому что она что-то немножечко подглючивает. Опа, и у нас тут есть сталь. Ух, а то, что у нас здесь есть сталь, это очень плохо. Ну ладно, попробуем оптимизировать эту фигурину. То есть сюда идут все мои золотые шмотки, которые я с собой принес. К сожалению, эти золотые шмотки сейчас в печке вместе с, как вы видите, немножечко стали. А что она так странно рисует? Molten Gold, Molten Steel, 4 ингота. Это я что-то расплавил. Так, это хозяйство тоже идет сюда. И вот это... А, это Infused Sword. Прекрасно. Надо поставить куда-то сундучок. Куда бы его поставить, так чтобы было удобно. Вот эту штуковину нам здесь больше не надо. Нам нужно одна такая труба. Давайте сразу вот так сделаем. Чтобы не нужно было использовать вот этот выключатель. И одна вот такая труба, которая у меня... Ага, которая у меня с собой есть. Вот эта труба, например, будет идти сюда. Тут у меня будет сундучок. Труба будет вытаскивать из вот этого кастинг-базина. Это уже не вот этот столик, на который кладутся вот такие штуки. Это уже хреновина, в которой получаются блоки. Так, это идет сюда. Ну и, соответственно... Если мы сюда положим вот эту штуку, мы ей скажем, что она всегда включена, и нам не нужно будет ее отдельно как-то включать. Сейчас она должна высосать
золотой блок. А почему она высосала золотой блок и не показала этого, не знаю. Видимо, это волшебный глюк. А сюда мы вместо вот этой штуки, которую нужно сложным волшебным образом включать и выключать, поставим просто трубу. Как ни странно, эта печка с трубой тоже работает. И она вот выливает золото. Она льет золото, золото превращается в блок, блок высасывается. Автоматическая фиговина для плавки. К сожалению, скоро она сюда засосет сталь. 4 ингота, в блоке 9 инготов стали. Блин, инготов, слитков. То есть нужно чего-то еще примерно на 5 слитков стали. Или на 14, для того, чтобы был ровный счет. Что у нас тут есть починенного, стального? Я еще не сделал систему вытаскивания, к сожалению. И, к сожалению, моя система, если я не буду кормить ее чем-нибудь золотым, тупо остановится из-за того, что не будет хватать стали. Так что придется носить туда все. Ну, в общем-то, в принципе, она меня не очень интересует. А, во, еще 4 слиточка. В общем-то, она не очень меня интересует. Мы вот здесь вот тупо поставим... вот как-то вот так вот. И у нас тут будет много-много мокдропа. А еще один сундучок мне пригодится с собой. Чем мы будем заниматься сегодня? Хороший вопрос. В принципе, я... Зачем... А, я когда энчантеры или спаунеры делал, я обнаружил, что у меня кончается бумага. Сейчас мы будем решать этот жуткий вопрос с тем, что у меня нету бумаги. Так, вот эти штуки у меня хранятся здесь. Да, еще одни штаны, которые тоже можно зачантить, но они уже мне особо не нужны. Так, о, во, 5. А мне, собственно, и нужно было 5 слитков стали для того, чтобы нам сделали блок стали. Он вылился. И у нас не было особо никаких проблем. Сейчас эта штука поплавится. А вот это придется пока носить с собой. И здесь будет Molten Steel 4 ингота. Ух ты, Molten Gold с наггетами. Может быть, я ошибаюсь насчет количества стали, сколько у меня будет, но заодно и посмотрим. Что у нас тут? А, кстати, 30 уровня. Варс-магики. Тоже приятно. Тут у меня в какой-то момент переполнились вот эти сундуки. Я прям расстроился. Они опять переполнились. Надо поставить сюда какой-нибудь... Блин. Надо поставить сюда правильный сундук, чтобы все отправлялось сразу в мою офигенную систему. Но как-то, знаете, особо сильно неинтересно. Я уже говорил, что мои карьеры работают на воде. У меня до черта этой самой... Ой-ё. Придется диспелиться. Да, я умею диспелиться. И я умею кушать еду. Надо все-таки держать себя в хорошем состоянии. А то вдруг война. Здесь все хорошо, здесь все тоже хорошо. Здесь все работает, здесь опять кончилось мясо. Рыба пусть пока валяется. Ну, в общем, никаких особых проблем. Надо пойти посмотреть, что случилось с моими карьерами, и начать заниматься ринсами. А насчет ринсов у меня, они же сугаркейн, они же сахарный тростник. В первых Майнкрафтах эта штука называлась ринс, и я почему-то до сих пор зову ее ринс. А вот эта фиговина почему-то не плавится. О, да, кстати, вот эти штуки, всякие вуден и так далее... Надо, кстати, сходить, забрать их из вот этих сундучков. Ух ты, какой забавный глюк. А, как ни странно, мобы внизу дают мне луки, железные стоунексы, всякая кожаная фигня ко мне приезжает. А, мозги мы просто так отнесем. Что еще тут? То, чего не должно. То, что сложно... пофиксить. Почему-то... Почему у нас с топорами такая проблема? Железные топоры — это вполне прекрасная штука для переплавки. А, где-то где топор был. Здесь был топор. Вот он. Iron X. А.
эти штуки нужно завозить пустой рукой. Есть у меня Iron X. Почему-то он сюда не приехал. Ну, пусть лежит. Так. И вот эта штука тоже не очень понятно, зачем я с нее бегаю. Когда она должна стоять, например, здесь. А здесь я храню мечи. А в ней я буду хранить штуки, которые вываливаются из виспов. Итак. Все то, что мне не особо нужно. То, что я не могу переплавить. Кстати, да, я сделал себе такую штуковину, и она пока пустая. Это еще одного такого же, ну, размера так, это, такого же хранилища. Все, я отправляю вот в эту печку. Я тут даже поставил сундук. Опа, и тут что-то кончилось. Интересно, что здесь кончилось. И всякие каменно-деревянные фиговины. Ага, знаете, что здесь кончилось? Здесь кончилось место. К сожалению. Ну, да, у меня не идеальная, не дейрвольфовская фиговина для сбора всяких аспектов. В последней серии он сделал систему на компьютер-крафте. Но мне эта система абсолютно не нравится. Что нам дали-то? Арбор, бестия-бестия. Вот бестия-бестия идет храниться. А арбор мы сейчас пока переплавим. Потому что зеленая дрянь мне, оказывается, тоже нужна. Кстати, что тут у нас? Да. А когда ты ставишь сюда, включаешь эти лампы, количество здесь копится. Когда выключаешь, очень резко начинает уменьшаться. Тякс. О, опять взрывают. Взрывают и взрывают. Ну, прям террористы какие-то. Мозги у меня жили здесь, насколько я помню. Мозги здесь, ну и фиг бы с ним. К сожалению, плавить в этой печке вот эту броню абсолютно без мозола, потому что металлиум очень легко получить, и он мне особо не нужен. О, заработало. И много-много-много алембликов, и они все заняты. Кстати, големы до них дотягиваются. Это нужно для того, чтобы, так как я плавлю разные предметы, много разных аспектов, чтобы они все сюда тупо помещались. Так, это хранится здесь, а деревянная кирка едет на переплавку. Вот, вот такая вот история. Давайте залезем ко мне в систему и попробуем взять Quarried Stone. Это та самая волшебная штука, которая мне так нравится, ну, из которой мне нравится строить наверху. К сожалению, его у меня не так уж и много, так что нам придется каким-то образом поэкспромтить. И вот это вот. Это моя наружа. Давайте сделаем, как у меня сделано внизу. И выкосим отсюда немножечко кирпичиков. А, скотина. Он понес кирпичики. Сказал, что этих кирпичики здесь не должны валяться. То есть вы представляете, какой рейндж у этого чувака. Не кислый рейндж, то есть он может оперировать огромнейшим полем. В общем, пацаны собирают морковку, молодцы, я за них счастлив. И сейчас мы вместе с ними будем собирать не только морковку, но еще и сугаркейн. О, там следы эндерменов. И всякие арбузы и так далее. Как бы это сделать? Очень хороший вопрос. В принципе, вот здесь я уже что-то начал строить. И, в принципе, у меня, наверное, не хватит камня для того, чтобы тут все это построить. О, поэтому я сделаю что? Я скажу, что это открытое пространство пока что. Вот как-то вот, вот так вот. Внутренности будут забиты коблом. Верх будет забит, ну, так как я сажать собираюсь на землю, будет забит землею. А вот это вот у меня по всей базе бегали эндермены, сбежавшие из мобграйндера. Да, их тут было очень много, причем настолько много, что из-за того, что у эндерменов этот волшебный эффектик, синие звездочки, из-за этих звездочек меня так лагало, что я не мог даже к ним подойти. Как я с ними справился, просто не представляю. А также я абсолютно не представляю, где нужно остановиться.
придется прокапываться вниз и смотреть, где у меня граница моего домика. О, вот здесь надо ставить границу. Ну чё, я пока строю тут себе небольшую площадочку. Не встречаемся, когда я ее дострою. Ну, в общем, получилось у меня что-то вот такое. Я решил, что две крайние от входа левые комнаты будут у меня отданы под фермы. К сожалению, у меня нету сундука, в котором бы лежала земля, поэтому я сейчас пойду за землей и сделаю тут еще один уровень земли. К сожалению, мне не хватает камня для того, чтобы даже выложить вот эти вот контуры, поэтому я просто сделаю вот тут вот, чтобы было удобно ходить. И там между этими двумя площадочками тоже специальное окошечко, чтобы знать, где граница моего дома. И где-то вот здесь вот тоже сделаю вот так вот. Ну все, можно готовиться. Я то, что нужно, у меня взял. Еще мне нужны будут... Блин, они сугаркейны. Сугаркейны много. Также мне потребуются арбузные семена. Всего два, к сожалению. И памкины. Всего три, к сожалению. Так, еще мне потребуется свободное место в инвентаре. Так-с, что еще нужно? Еще нужна вот эта бочка. А где моя бочка? Ага, а моя бочка стоит где-то там, где я делал... Куда я пошел? Я там делал какие-то ценные, важные штуки. Нет? Да, вот она. Просто бочка с водой. Что-то у нас флюид транспозер. А, я делал мосс. Как я ошибался. Вы даже не поверите, как это противно и неприятно. Чпок. Итак. В принципе, я хочу провести здесь эксперимент. Довольно такой суровый. Кстати, освещается все вот этими лампами. Но, к сожалению, кажется, эти лампы... Ну, в общем, до туда они не досвечивают. Поэтому я решил их использовать. Итак, бочка идет куда-то сюда. Ой-ё, раз, два... Как я тут сделал-то? Раз, два, три, четыре. Дело в том, что спринклеры здесь ставить не имеет никакого смысла. Я собираюсь использовать индастриал кропсы. А они со спринклерами не работают. Пока здесь будет лежать. У меня есть бочка, точно, ведро, точно. Я где-то носил с собой ведро. Так, та же самая история здесь. Раз, два... 3, 4. Почему я так делаю и не сделал дорожек? Дело в том, что эти дорожки я засажу. А вот эти вот ямки с водой нужны для того, чтобы вся вспаханная почва была мокрой. Стоп, что такое? Эй, вода кончилась? Нет, просто адские тормоза. Раз... 2, 3, 4. Кажется, моя база начала тормозить мой компьютер. Несмотря на то, что я отдал Java. Вы не поверите. 14 гигов. Так. И у меня нет ни одной сохи. Кстати, сохи у меня где-то были. Сейчас найду. На старой базе точно есть. Хозяйки на заметку. Когда я начал все это безобразие, это кристаллическая соха была целая. Вот, забавно. В принципе, по-хорошему нужно сделать себе томкрафтовскую саху и зачантить ее как следует. Ну, кстати, надо же еще и топор мой зачантить в моей суперенчантерской системе. Ну, в общем, как-то так. Теперь мы поедим. Ну, конечно же, селянин в поле обязательно должен сесть, выпить бутылку молока, съесть пакет кефира, надевать себе индастриал кропсов. Да, я думаю, вы уже догадались, что я собираюсь пользоваться индастриал кропсами. И сейчас посмотрим, как это все выглядит. Ой. Эй. Не, ну это правильно, вот эту штуку надо снять. Потому что на вот таких перекрестях могут вырастать винсы.
Я не буду каким-то специальным образом что-то делать с моими семенами. Ну, пока что. Потом, конечно же, я большой любитель сделать что-нибудь с индастриал-крафтовской фигней. Но пока что мы будем просто сажать вот этот сахарный тростник на Industrial Crops. И ура, у меня уже выросли винцы. И оставим это дело пока так. Ну, кстати, я боюсь, что когда я закончу все это делать, тростник-то уже вырастет. Ух, ну ладно, если вырастет тростник, то придется собирать. Как я собираюсь это дело собирать? К сожалению, големы этого делать не умеют. Но зато это прекрасно делает МФРовский харвестер. Вот здесь будут стоять харвестеры. Но я хочу провести эксперимент прямо. Внимание, внимание, опасно для жизни. Эксперимент в прямом эфире. Дело в том, что высота этих комнат у меня довольно большая. Я хочу два слоя всякой вот такой живности сюда посадить и посмотреть, сможет ли один харвестер собирать целых два слоя одновременно. Если сможет, то я буду прямо счастлив. Вот. У меня есть подозрение, что он прокликивает не только ряд, на котором он стоит, но и там на чуть-чуть повыше. То есть, если его поставить повыше, то он прекрасно прокликает мне оба ряда. Ну, то есть, где-то вот на этой высоте пустить еще, построить такое же поле. Ну, будет офигенно. Но я этого еще не проверял, поэтому сразу говорить не буду. О боже, они там продолжают взрывать, сволочи. Ляпота. И самое приятное, знаете что? Я пока сажал, могу собрать то, что выросло. То есть нужно уже ставить дурацкий харвестер. Почему дурацкий? Потому что его обслуживание требует... Эти пацаны начали здесь бегать. Его обслуживание требует куда-то девать то, что в него попадает. Ну, допустим, ринцы я могу складывать в сундук, а вот сладж, который с него будет собираться, к сожалению, я не знаю. И, пацаны, хватит уже тут выпендриваться. Все. Такс. И самое важное. У меня есть три таких семечки. Пока что мы их будем сажать как-то... Во-первых, мне нужно ведро. Мы просто их посадим на развод. То есть я пока что поставлю только один харвестер. Вот. А мы посадим вот эти вот замечательные семена, которые пока что будут основанием моей в дальнейшем великой фермы. Сколько нужно? 3-2. Фермы по выращиванию тыкв. 1-2-3. 1-2. И арбузов, ну, к сожалению, пока ничего сделать не могу. Придется сажать их вот так вот. Что я сделал-то? А, ладно. Потом разберемся. Хе-хе-хе. Вот, с этими ребятами мы разберемся действительно потом. Я не очень понимаю, что с ними делать. А я пошел делать следующие машины. Мне нужен харвестер и тессеракт. Я не применил заглянуть. Ой, Molten Steel. Один ингот в мою плавилку. И забрать свои 28. А что здесь такое? Золото или... Ага, проблема. То есть мы должны вылить обратно сталь. Она сейчас выльется. Или не выльется. Molten Steel. Как бы это сделать так, чтобы всем было удобно? Так, наверное. И она сюда заливаться не будет. Почему? Ну, хотя бы здесь начало выливаться золото. Где-то здесь должна быть... А, нет, все нормально. Сталь вылилась обратно сюда. Нам дали еще один кусочек золота. Кстати, не кисло золото дали. Вот это вот дополнительное золото с моего моб-грайндера. Маловато все-таки. Если бы там вот полное,
полные карманы золота. Это было бы клево, а так чуть-чуть. Такс, я хотел сделать грайндер. Фу, не грайндер. Я хотел сделать харвестер. Харвестер. Это вот эта штука, да? Это что такое? Лазер Drill Pre-Charger. Ой, надо будет заняться этими штуками. Так, инварный X. Пожалуйста. Я не думаю, что у меня есть инварные X. Это какие? Просто ширсы. Чего не хватает? Не хватает одних ширсов. Но их сделать придется, потому что те, которые я таскаю с собой, это обыкновенные, да? Или инварные. Precision, Steel. Просто. Ну, забавно. Это те ширсы, которые мне нужны. Поэтому пока что делаем харвестер так. Да блин. И вот так вот. Замечательно. Да, так и есть. У меня не было целого... У меня не было таких топоров в системе. Я думал, что у меня где-то в системе могут быть инварные инструменты. Но их не было. Кстати, интересный вопрос. Я их исследовал в том крафте. Инварные. Лопата. Нет, нет. Нет, нет, нет. Ничего не исследовал. Инварная удочка. Хм. Забавно. А вот эта штука... А эту штуку исследовал. Можно, кстати, если я захочу поисследовать немножечко, взять и поисследовать. Итак, как эта вся фигня будет стоять тут? У меня есть тессеракт, у меня нет тессеракта. В сундуке тессеракта нету. В системе тессеракта нету. Черт, обидно. Но придется делать. И у меня есть интересная, очень интересная идея. Давайте, кстати, сделаем себе, собственно, второй харвестер. А, нет, мы сделаем еще круче. Это что такое? Это Копер Орбери. Мы возьмем с собой Копер Орбери. А я пока что буду делать тессеракт. Нужен тессеракт фрейм. Под шумок я решил сделать себе три тессеракта. И, кстати, стоп, это сюда, да? Да, о, должно было включиться. Заработало? Заработало. Под шумок три тессеракта. Ну, вообще-то у меня здесь вот дохрена энергии. Достаточно только вот здесь прокопаться. Но, видите, лентяй какой. Вот все делаю на тессерактах. Ладно, давайте подождем. И второй грайндер. Нет, все-таки второй грайндер я себе сделаю. Немедленно изучить инварный топор. Черт, а я его изучал. Почему у меня тогда шифт... Нормально у меня все с ним шифтом показывается. Что такое? Не знаю, не пугайтесь. Это у меня в мобграйндере развлекаются. Взяли. Но все-таки мы посмотрим, как именно они там развлекаются. Потому что развлекаться можно разными способами. Они все-таки его когда-нибудь разнесут. И я бы не хотел, чтобы это произошло тогда, когда я за ними не слежу. Ну, вроде нормально. Кажется. Куда они пошли? Странные звери. Идемте устанавливать мои харвестеры. Харвестеры есть, тессеракты есть, трубы есть, нету бочки. Но, кстати, по-моему, давно пора сделать бочки. Я закидывал в систему немножечко стали, и кажется, я могу позволить себе сделать чуток бочек. 7 штучек. И стали еще хватает, ну, поскольку ее... Стали 240 штук. Ну, почти на стек бочек. Может быть, я скоро даже продолжу операцию по высасыванию Незера. Нет, ребят, ходить в Незер пока рано, там ничего особо интересного нет. А когда я сундук бочек высосу, вот тогда мы туда сходим. Итак. В общем, здесь где-то. Где-то здесь должен быть центр. Нифига не видно. Черт, придется считать. Раз, два, три. Раз. Почему у меня тут не ходится? Раз, два, три. Раз, два, три. Семь здесь. Я не сделал тессеракт. Но поставим сюда маркер. А что, маркер нельзя поставить здесь? Какой противный маркер. Ну, поставим вот такой маркер. Черт,
Я сбился со счета. Ну, потом пересчитаем. Я пойду сделаю пока тессеракты. Да, абсолютно правильно. Именно здесь и должен стоять тессеракт. Хороший вопрос. Вот, допустим, здесь стоит тессеракт, который принимает из мейна энергию. И давайте он только принимает энергию, и все. Если я поставлю харвестер чуть повыше. И, кстати, насколько повыше я могу его поставить? Тоже хороший вопрос. Давайте это проверим. Наверное, вот так. Может быть, из этих штучек строить. Было бы прикольно. О, если я его поставлю... Кизас, зараза! Я все-таки пацаны крутые. Если я поставлю тессеракт куда-то сюда, ну, харвестер, на высоте... На какой высоте? Даже на высоте 2. Если эта штука сейчас сможет собирать... Если эта штука сейчас сможет собирать мою кукурузку, то есть мой тростник, было бы круто. Но штука не может. Поэтому продолжаем эксперименты. Чего же они там так взрывают-то? Так. Тоже не может. Судя по всему, история с... Тем, что я хотел сделать, не получается. Ну, в общем, вот он собрал мои 25 сугаркейна, и все. Что дальше? Это все хозяйство надо куда-то девать. Он немножечко набрал сладжа. Надо куда-то выливать сладж. Судя по всему, куда-то вот сюда. Тессеракту надо запретить работать от... Я сказал запретить. Да что ж такое-то? Я тыкался в свет, который создает дурацкая лампочка. Запретить работать всегда. Выливать жижу. Ну, давайте в бочку. Пока что. Пока что сделаем... Да что ж такое-то? О! Выливать жижу в бочку. А она сама и выливается. Хе, круто. А сюда мы поставим сундук. Итак, вопрос. 3 на 3 он собирает. Сколько нужно ему добавить для того, чтобы он собирал как следует? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нужен апгрейд на 6 дополнительных единиц, кубиков, квадратиков, метров, блоков, радиуса. Во-первых, эндерчест. Прямо обязательно даже парочка. И апгрейд. Апгрейд. Что такое-то? Здесь нельзя делать, да? Апгрейд. Ляпистный. 1, 4, 5, 6. Сильвер. Да как нифиг делать? У нас этого сильвера... Ой. Больше, наверное, не надо. Давайте 2 апгрейда, потому что я сейчас буду устанавливать еще и второй харвестер. Но со вторым харвестером как-то очень непонятно все. Вот эти-то штуки выросли. Ну ладно, у меня есть хорошая идея. Так, и сундучок мы ставим сюда. Пинг. Мы включаем этот харвестер на полную мощь. Он делает так... Тут ничего, что-то происходить. И хорошо происходит. Да, собирает ровно там, где надо. А самое интересное, что эти штуки нужно сажать опять. То есть я сейчас только что собрал себе до хрена, во-первых, сугаркейна вот с этого поля. И растет этот сугаркейн очень быстро. То есть это ультимейт способ для того, чтобы добывать себе миллиарды сугаркейна. Сейчас я точно так же установлю еще один харвестер, но уже на этом поле. А вот этому харвестеру мы поставим пока что
алмазный сундук на попу с трубами, одну трубу для сбора всякой дряни, если эта дрянь будет сюда затекать, я не очень уверен. В общем, как-то вот так вот. И пока ставим эту систему в таком виде. В чем фишка? Фишка в том, что где моя леечка. Пойду-ка я за леечкой. Да, насколько я помню, самый лучший способ по-быстрому вырастить себе вот этой фигни, это использовать леечку. Что мы делаем? Мы делаем тут поле. А что, их нельзя устанавливать на дирт? То есть вы хотите сказать, что обязательно нужно устанавливать эти штуки на камень? Или есть какой-то еще более интересный секрет, которого я не знаю? Но на самом деле не важно. Сейчас узнаем, что за секреты скрывает кусты с... Это что такое? С медной рудой. На свет, что ли, нельзя устанавливать? Ну, мы всегда можем спрятаться от света. Вот так. Ну-ка. Пойду-ка я в подвал. Попробую их сюда ставиться. А туда не ставится. В чем фишка? Может быть, здесь слишком ярко? Ну. Так, где здесь свет? Черт возьми. Интересно. Ну, давайте попробуем притащить сюда кусочек мрамора и поставиться на мрамор.
Чертовски интересно, что здесь происходит. Почему-то сюда поставилось. А больше нигде не хочет. Видимо, этим дурацким кустам нужна нормальная человеческая крыша. Ну, на самом деле, это всего лишь эксперимент. И мы будем этот эксперимент... В общем, это не способ добывать много железа. Это способ всего лишь посмотреть, будет ли этот харвестер. А, ну да, понятно. То есть от неба его должен закрывать блок, плюс еще несколько блоков в бок. То есть, если я проведу здесь вот такой вот еще ряд, то я смогу построить ряд здесь. Ага. Хозяйки на заметку, опять же. Ну что, а дальше я не потащу сюда зеленую лампу, я просто все полью из леечки. Они довольно быстро растут от этой леечки. Я сказал, растут. Кажется, факир был пьяный, фокус не удался. Но леечку я никуда не брошу. Может, она пустая? Нет. Леечка будет со мною. Она иногда работает. Возьмем мы сейчас просто зеленую лампу и не будем париться. Заодно посмотрим, как там энчанты, потому что я увидел мой топор, который было бы неплохо зачантить. Прошлый раз, когда я чантил всякую фигню, можно вот так сделать? Нет, нельзя. Придется взять остатки моей зеленой дряни, еще одну лампу и зачантить это самое, и запустить процесс. Тякс. Я аж даже расстроен. Почему-то леечка не работает. О, тыковки выросли. Дай-ка мы тебе дадим, дорогой наш. А, нет, мы пока тебе дали апгрейд. Почему ты тыковки не собираешь? Они же выросли. Опа, собрал. Упс. Собрал. Ух, тыковками все усею. Но пока не об этом. Пока покажите нам... О, идет эссенция. О, вся эссенция ушла. Эти фиговины должны расти. Ну, или им просто тут очень мерзко, и они не будут так расти. Хороший вопрос. Давайте мы оставим это безобразие как есть. И завершим этот эпизод. А поэкспериментировать, растут эти штуки или не растут от лампы, и собирает их или не собирает харвестер, вы попробуйте сами. Так. К следующей серии я посажу тут адское поле тыкв. На самом деле нужны арбузы и тыквы, но посажу адское поле тыкв здесь и адское поле арбузов над ними. Кстати, не растут. Что ты будешь с ними делать-то, а? Может быть, условия не те? Не знаю. С вами был Ваня, 46-я серия 5-го сезона Ваниного похождения на маленьком-маленьком, совсем не сервере, в синглплеере. Счастья, радости. Пока.